Стальной хват России, привет большой. Подписчики на канале YouTube, привет большой. Немножечко активность бендинги спала в группе. Ну, лето, жарко. Со спандерами вроде бы как бы больше организация у нас уже. И давно она все-таки по сравнению с бендингом. Поэтому наработана схема, к чему кто стремится. Значит, что будем двигать? Двигать будем мебельный болт. Все знают, что это такое. Вот такая площадка, резьба. Но она не по сплошной длине идет, а только в начале. Все это узнаете, да, ребят? Вот такой мебельный болтярка. Он первоначально на 160, называется он 160 на 10. Ну, естественно, у него не 10, сейчас я покажу, сколько у него. То, что у нас осталось, удалив всю резьбу и шляпку откусив, ну, как могли болторезом, 120. Вот 120 тела получилось. Теперь я поставлю камеру и покажу, сколько вот так это. Ну, вы все знаете, да, что диаметр это 8,8, 8,9, как 400 гвоздя, но он мягче 400 гвоздя. Но в данном случае сейчас это, в общем-то, сложность будет в чем? Это коротыш. Поэтому в коротыше будет большая сложность. Пацы намотали, пацы размером 45. Немножечко я тут его видоизменил. Все-таки первую сделал одинарочку, совсем одну. Вторая сильно узкая получилась. Но попробуем сейчас это все дело загнать. Я сейчас маленькую паузу сделаю. И склеим мы эти фильмы. Будем смотреть дальше. Ребят, продолжаем. Значит, поняли. Мебельный болт размером 120 миллиметров, 8,8 тела. То есть убрали мы шляпу вот эту вот такую модную, огромную. Но болт интересный, кстати. Недорого очень стоит. В метизах очень недорого стоит. Ну, сейчас попробуем перво-наперво это, конечно, поставить защиту. Так. Намотал очень плотно, но для хорошего человека ничего не жалко, поэтому, ребят, приезжайте, намотаю. Ну вот такая колбаса получилась. Ну а вот виновник торжества, он продолжит. Привет, Владимир Левшин. Попробую его согнуть, ну, не знаю, на коротыше на таком никогда не работал, такой короткой длины и такого диаметра 8,8 непростого, но постараюсь. Поле зрения, да, чуть дальше отходи, чтобы видно было. Все, погнали наши городские. Следи за центром, у тебя смещено. Все, поехал. Видишь, опять на одну сторону гнешь. Переворачивай сразу. Одна паца жестко, вторая разболтанная. Не забудь слово разболтанное. Эти пацы я намотал, они жесткие. Ну, значит, придется паузу сделать. Телезрителей много набежало. Еще раз вложимся и сделаем паузу. Клади сюда. Клади.
Ну все, ребят, 120 миллиметров, останавливаемся, болт ломать. Продолжим. Ребят, продолжаем. Перерыв буквально минуту, там с небольшим. Все, отпустили людей. Ну, решили так вот. Пусть даже и будут маленькие паузы. Поехали. Чуть-чуть поднажми, и потом сразу же сдавливай, потому что коротыш. Все, пробуешь пережать. Понял-ка. Выше-выше натяни. И развернусь. Пробуй теперь за концы. Все, давай. Ага, нормально, он коротыш. Ялся. Пошел. Пошел, 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 пошел. Вот так вот. Еще. Отлично. Выше подними. Ага, почти до конца. Все, давай. Ну, ребят, понимаете, что, в общем-то, и за один эпизод бы все прошло. Так как, видите, он и прожал в пацах. Вот так вот. Еще. Вот так вот. Снимаем. Ну, это 120, ребят. Поэтому... Ну, семерочка достигнута, естественно, это острый угол. Сейчас одеваем чопы, вот они. Погнали наших городских, в одно движение. Просто в одно движение. Ребята, он у нас монстр становится по час крашу, поэтому дожимает 45-й, 35-й. Давай. Чуть-чуть вроде. 120. 8,8. Диаметр уже серьезный. И длина 120. Отдыхай. Клади сюда пока. Выходит. Ну, возможно, уже. Ну, меньше 7 точно. 6 там. 6-6,5. Володя просит всегда держать в поле зрения его личный эспандер. Он занимается с ним. Оттуда и сила берется. Давай. Команд. Можешь. На краешке сконцентрировался. Ну, смотри, чтобы не вырвать. Потому что да. У тебя полосы отмечены. Он сейчас уже мне, ребята, чоп один разорвал. Вот так снял. Хорошо. Все нормально, на руки не смотрим. Смотрим на ноги. Ну, давай посмотрим. Отдохни и посмотрим, что мы тут. К чему пришли. Пришли мы, ребят, 5,5. Ну, сказать, попробуй зайти. Да, вот хочет зайти. Слышали, да, фразу? То есть повержен. Болт повержен, шестерочка у нас есть. На большее как бы стремимся по желанию. Шестерка строго есть. Говорит, хочу 6,5 зайти. Ну, пожалуйста, вот такой коротыш. Говорит, сегодня Иваныч, наверное, напьюсь. Если победю. Да, если сейчас опять войду. Да, но пить будет лимонад. Я не пьющий, да? Да.
и газировочку какую-нибудь легенькую. Нарзанчик, боржоми. Поехали. Одним движением. Смял. Смял, 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 смял. Прошел? Да. Вопрос, сколько? Ну и все, ребят. Вот такие вот дела. Ну что я могу сказать? В пятерку видели, одним движением зашел с 5,5 болт. Срезано, все обрезано. Называется он у нас мебельный. Десятка называется, на самом деле это 8,8. Десятка, ну, вот здесь. Да, ну, как бы, мы ни на что не претендуем, мы просто гнем. От Володи, левшина. Всем здоровья, удачи, тренируйтесь. Встречаемся в обители. Пока.